Это вообще вот помойку нам очередную тут в подъезде устроили. Это просто ужас, ужас. Просто помойка. Это вообще что такое-то? Мы почему должны с этим жить? Убирайте. Убирайте, за квартиру затаскивайте, все, убирайте. Убираю. Убирайте, людям не пройти нигде, убирайте. Убираю. Сейчас милиция приедет. Вы заблокировали всем двери, вообще уже очумели, что ли? Ну, где заблокировали? Да заблокировали, убирайте все, нигде не пройти. Почему должны эту вонь нюхать вашу? Хординг, патологическое накопительство или привычное всем синдром Плюшкина. Это, по словам жителей многоквартирного дома по улице Ленинградской, как нельзя лучше характеризует их соседку. Женщина вместе с огромным количеством вещей в конце прошлой недели заехала в квартиру на одном из верхних этажей. В пятницу вечером подъехала просто газель и выкинула кучу мешков. Ну, выкинули. До 12 ночи в камеру мы посмотрели, что их таскали эти мешки сюда. Но оказалось, ими была заполнена вся вот площадка, 8-й этаж, 7-й этаж, 9-й этаж, все завалено мешками. То есть часть с вещами, а часть просто с помойки, вот мусор какой-то, хлам. Тут запахи, конечно, были неимоверные. По словам жителей, им пришлось помочь соседке внести мешки и пакеты в квартиру, где и без того яблоку было негде упасть. А после этого отмыть лестничные площадки. Хотели помочь ей. Мы поняли, что человек неадекватный. То есть пытаемся помочь ей занести, что-то выбросить. Она говорит, что ей все нужно. Угу. И тут я уже просто понимаю, что мы здесь ничего сделать не можем. Вызвали полицию. Приехал участковый дежурный, все зафиксировал. Участковый опросил соседей и хозяйку квартиры. Женщина пояснила, что вещи находятся в подъезде временно. Действительно, в момент приезда нашей съемочной группы в подъезде вещей не оказалось. Да и самой хозяйки тоже не было дома. Что с ней случилось и почему она вот такой стала образ жизни вести, непонятно. И вот как часов 11 начинает что-то как будто ножовкой пилит, вот стучит молотком. Ну, видать, притащит все это с помойки и разбирает. По словам соседей, неприятная квартира является собственностью города. И в ней уже давно нет ни света, ни воды. Кроме того, в жилье, переполненном вещами, нет места и самой хозяйки. Судя по всему, для нее все, что на мусорке, это все можно занести в квартиру. А в ее квартиру сейчас уже ничего не помещается. Она даже зайти туда не может. Она живет сейчас вот в этом тамбуре. Она стелит на пол постель и ночует здесь. А туалет у нее служит, это ведро. Угу. Унитаз у нее там, конечно, есть, как в любой квартире, но туда пролезть невозможно. Он просто завален тоже бутылками. Все фото и видеосъемки мы все делали. Вчера как могли, помогли. По словам соседей, их помощи в данной ситуации недостаточно. Кроме обращения в полицию, бичане связались с ближайшими родственниками женщины, которые не общались с ней уже около 15 лет, а также составили обращение в управляющую компанию. Мы вот обратились на основании того, что квартира муниципальная. Мы вот обратились в управление по работе с населением, ну, описали ситуацию, приложили фотофиксацию и в комитет управления муниципальным имуществом с этой же формулировкой, что квартира является муниципальной, содержится вот в таком ненадлежащем состоянии. Также в Госпожнадзор обратились, потому что мало ли что, всякое может быть. Как нам удалось выяснить, женщина имеет постоянное место работы, где ее характеризуют довольно положительно. Руководство не имеет к ней претензий. Соседи же надеются, что и у них не будет претензий. Ведь женщина пообещала в ближайшие 3 дня привести квартиру в порядок. В следующих выпусках мы вернемся к этой теме. Дарья Федоркина, Андрей Сигаев. Будни.